Хей, йога из мишимки, и сегодня мы поиграем Фрэнбоу, либо даже сказать, продолжаем проходить Фрэнбоу. В прошлой серии мы попали в твой... Как уже мы были в этом доме, мы встретили двух сестер, которые типа прокляты, или они не прокляты. Они соединены между собой. Окей, у нас есть с вами зернышко. Скорее всего, есть варианты, это где луна у нас была на уличке. С волосами я... И даже так и не придумал. Поэтому давайте возьмем с вами зернышко, используем, попытаемся на воду. Я не знаю, может сработает. А, оно такое огромное? Ух ты, какая красивая синяя роза. Окей, у нас есть роза. Так, розу мы должны использовать тоже в кипящую воду, так? Прощай, синяя роза, отправляйся в котел. Так, А теперь... Короче, что нам нужно? Смотрите. Плохой, нужно использовать бумагу и печатную машинку. Печатной машинке мы, короче, печатаем дополнительный рецепт. Добавляем одну херь. Это волосы. Волосы из головы. Это те, которые нам нужны именно в хорошем. Все, возвращаемся. Френ, вот вещи, которые тебе понадобятся. Ты изучила ритуал? Да, но нужно больше времени. Я не могу запомнить тех слов. Что ж, выучи и быстрее. Давай нам так знать, когда будешь готова. Так, ну... Девочка, думаю, тебе нужна помощь избавиться от мешочка. Я помогу. Но он может понадобиться. Поверь, нет. Если мы хотим выбраться, это... Так, выбраться, этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его, ты меня не видела. Пока. Там, походу, голова девчонки. Так, давайте рецептом тогда покажем, что нам нужно, типа, их волосы. Послушайте, леди, кое-чего не хватает. Я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны, мы знаем. Сами посмотрите, здесь так написано, в рецепте. Действительно, как мы могли это упустить? Хорошо. Вот, теперь готово. Так, отлично, у нас есть их волосы, теперь мы... Я думал вам знать, когда буду готова. Окей, поехали. Забабахаем волосы. Так, хорошо, все, можно теперь это... Или мне нужно обязательно рецепт нужно выучить. Hunter in the Erkin of the Begum. Буря, нам буря. Ладно, давайте, может, посмотрим. Мы ждем тебя, Френ. Типа, мне сразу нужно ритуал прочесть. Ну, давайте попробуем использовать. Даже не думаю пытаться. Хорошо, приступим. Я верну своего котика. Так, посмотрим, что-то... Что еще осталось? Изучить. Ну все. Чтобы уничтожить еще. Ну, еще больше магии, чтобы научить. Так. Так, а что мне тогда делать, стоять? Ну, если это не сделать, мастер по. Так. Подожди. А как мне их позвать, чтобы типа, все готово? Мы ждем тебя, Френ. Так, все, я готов, все. Ну, вперед. Даже если это сработает, я не знаю, что для чего. Я достаточно умно, чтобы найти другое решение, как мне кажется. Может, мне нужно это? Закрыть? Как мне начать ритуал? Может, на себя использовать?
Так, чтобы уменьшить. Так. Либо нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. В каждом верхнем пентаграмме разместите зажженную черную свечу, наполните котел водой и положите в него другие элементы. Так, вскипятите. Вылейте на того человека, которого хотите заколдовать. И, ходя вокруг пентаграммы, повторяйте эти слова. Соль и перец. А, соль и перец. Волшебный суп. Ага, а тогда оно уже было подчеркнуто. Отвратительно. Так, ну все, типа, погнали вызывать. Все готово. Пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Окей, надеюсь, я не лоханусь с рецептом. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. А теперь я произношу слова. Bunter in the crown on Arbida, on Burnaim Boris, ein Dontide in the Karna. Экран. Beghan Mohin Mondain. Gohin Iron Egitinovas Ornis Bound Undersize. Подожди, это не то заклинание. Ты нас обмануешь. Ты нас обманула. Или обмануешь? Ну это что это за черная жижа? Что это? Что я наделала? Боже мой, это неправильно. Ключ, теперь я могу освободить своего котика. Я нервничаю. Золотой ключ, интересно, откроет ли он клетку? Он либо открывает нам клетку, либо он открывает. Мы можем пойти это все-таки посмотреть. Они все-таки были мертвы. А почему это закрыто? Все, мистер Полночь, ты свободен. Что такое, Френ? Открой клетку. Не получается, ключ не подходит. Ты видел замок где-то еще? А да, я видел один. Посмотрю, подойдет ли он. Я буду ждать. Торопись. В их комнате зеркале было. Ключ был к от этой скважины. А что это? Это головоломка? Зеркало, но почему-то не. А, вон головоломка. Это нельзя переместить. По идее, я должно быть эта часть машины. Думаю, я должна открыть эту штуку, но как? В смысле? Ну если. Фу, не работают вещи. Коническая штука вращается, может. Ага. Я теперь понял. То есть это типа хорошо. Шарады, да, у нас такой. Давайте нам по идее большая нужна. Или нет? Ой, хорошо, что я все-таки закончил эту серию. То, что здесь сейчас я надолго задержусь. Или не надолго. Кто его знает. Ага, еще понять, как оно должно зафункционировать. Ну, та не подошла.
Так, вот это вот подошла, я вижу. Рано. Очень странно. Так, не работает. Ни одна не запускается. А, это три одинаковых, смотрите. Все-таки, все-таки что-то тут не так. Может, мне большой нужно туда прицепить? Подсказок тут, в принципе, нету. Делаю ли я правильно? Кто его знает? Ай, манать. Мне нужно понять, правильно ли я тут цепляю все. А эти, допустим, в ту сторону. Сейчас попробуем. Хотя... Ладно, сейчас подсек. Окей, короче. Главное функционирующее у нас это... Вот это мелкое. Ее как-то подставить нужно. О, все, все, все. Так, теперь тебе. Так. А теперь как-то так сместить, чтобы я смог тебя достать. О, отлично. Скелеты? Что это? Два скелета? Они маленькие, как я. Я поняла, кто эти двое. Тогда я не убийца? Так, клятва сестер. Мы, Клара и Мия Бухельмерт, клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итвард. Кровью и слезами мы клянемся, что убьем его и вернем наше тело обратно. Мы больше от этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга, и мы будем ненавидеть друг друга всегда. И что не изменит? Ничего этого не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не можем так завершить задачу. Сильнейшие будут жить вечно, слабейшие умрут. Мать должна умереть. То есть ихняя мать это сделала? Мать должна умереть. Фу. Возможно, эта мама была вовсе не такой хорошей. Моя мамочка была хорошей. Она часто меня обнимала. У сестер огромный шрам посередине. Жутко. Возможно, они были разными людьми. Кровать. Так, кровать и пол выглядят знакомыми.
Я говорю, это кажется все-таки психбольница. У головы кукла, видимо, она очень старая. Она довольно грязная, думаю, с ней много играли. Мои игрушки тоже грязные. Я скучаю по кукольному домику. Дуатин? Так называются мои таблетки. Но они принимали желтые. Интересно, в чем разница? Должно быть, это ключ от клетки, наконец-то. Да-да. А вот херовенько, знаете такое? Использовать. Думаю, это от самой клетки. А, это тот самый ключ. Получилось, мой котик, получилось. Выходи, дай меня тебя обнять. Эх, эвки. Мило. Как же хорошо, я освобожден, Френ, мой добрый друг. Так. Ты свободен, мой дорогой. Пора возвращаться домой. Да, пошли. А, подожди. Мы должны вернуться домой, котик. Надеюсь, дорога недалека. Я тоже надеюсь, Френ. Мы сделали это вместе. Я помогу тебе. И теперь у нас есть друг, кошачок. Друг, кошачок. Так, теперь с жабой поговорить нужно, скорее всего. Не, выключи воду, погнали. Я смогла, Сара Жаба. Девочки мертвы. Прекрасно. Теперь я могу отправиться к своей семье. Я тоже хочу, сэр. Я наконец-то нашла своего котика. Я просто хочу домой, к тете Грейс. Но как вы выберетесь? Здесь нет лодки. Я думала, что вы нам поможете выбраться отсюда. Я хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону. Дайте мне подумать. Не бросайте нас, прошу. Сода? Возьмите, эта жаба должна помочь. Я не удобная булочка. Но вы липкий и мягкий, прямо как тесто. Ты права, это может сработать. Была не была. Нихера себе, жаба. Получилось, сработало. Я так большой и чувствую себя великолепно. Отлично, поехали. Идем, мистер Полночь. Конечно, Френ. Одно, но гигантская жаба пристально на меня смотрит. О чем ты говоришь? Он хочет нам помочь. Вот и все. Хорошо, если он пытается что-то сделать, я поцарапаю его. Все хорошо. Постарайся не ранить его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитают существа. Если мы упадем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу. Поехали. Эй, девочка, прежде чем мы отправимся, я забыл отдать кое-что. Я видел тебя на этом фото и подумал, что это твое. Так, откуда? Еще книга. Она была с фотографией. Джон. Ах, жабка, вы нашли мое семейное фото. Большое спасибо. Я думал, что потеряла его навсегда. Но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка, читать здорово, в ней много картинок. Ого, спасибо, я люблю картинки. Давайте отправляться. Да, поехали. Держитесь крепче. Она жаба, конечно. С лицом таким. Она. А, я могу это пропустить. Но нет, мы это выиграем. Ух. А. Давайте. Эм? Заметьте, что все сделано из пластилина. А, я играл очень давно в такую, наподобие такой игры. Только там черно-белое все. Там тоже нужно было жабкой добежать до какой-то местности. Ту-ту-ту-ру-ту-ту.
Все? Музыка прекращается, значит, да. Мы на месте. Спрыгивайте. Пойдем, котик. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо. Надеюсь, вы тоже. Прощайте. До свидания, сэр. И спасибо за поездку. Рен, а что нам теперь делать? Искать путь домой, котик? Ты видишь небо? Сейчас рассвет, скоро все страшные вещи исчезнут. Ах, я такой голодный, хочу спать. Еще домой. Я тоже, котик. Мы найдем путь. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдем. Давайте я сразу посмотрю, как здесь выглядит все в... Ой-ой-ой. Скелет малыша. Полагаю, они не успели вовремя. Спокойной ночи и сладких снов. Прозрачная вода. Ты такая красивая. Интересно, научусь ли я когда-нибудь плавать? А может, я попрошу тетю Грейс научить меня? Так, сразу юзаем таблетки. Вау. Понять. Сэр, вы те любопытные насекомые, что застряли? Они спят? Возможно, они не застряли? Что ж, я надеюсь, у них есть свой гребень. Боже, мост выглядит довольно жутко. Рен, пошли, мы должны вернуться домой. Нет времени бояться. Да, но я немного боюсь высоты. Я пойду первым, хорошо? Иди за мной. Хорошо, котик, ты такой милый. Я пойду прямо за тобой. Хе-хе-хе, потоптал он. Черныш. Так, мне этот звук не понравился. Все чаще, чаще. Рен, подожди. Мать! Опять эта хуйтина вылезла. Это, знаете, немного что-то, типа... Боже мой, я не могу больше держаться, я не хочу умирать. Это, знаете, чем-то... Полускелет, полудементор. Ты не умрешь, мой друг. Давай, ты сможешь, прыгай. Хорошо, прыгаю. Я держу тебя. Френ, нет! И кошатик прыгнул. Не бойся, Френ. Мы часто падаем. Но пройдя через боль, мы всегда поднимаемся. Ах, дорогая тетя Грейс, никогда не бросай меня. Не плачь, моя девочка. Твое сердце чисто, но твой разум в муках. Ты должна остаться и пойти своим путем. Пожалуйста, тетя Грейс, почему ты просто не заберешь меня отсюда? Прошу. Ты бросаешь меня одну. Так же, как и сделали мама и папа. Прости, моя дорогая Френ. Ты скоро поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходите, пожалуйста, прошу. Рен, время принимать твои новые лекарства. Да. Ладно, ребят, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.